Здорово, это мой новый влог. Сегодня, вот, как тебя звать? Ян Геннадьевич, Антон Батькович, короче, в тачке арбуз и... И мы, короче, едем его жрать. И едем, хуй знает куда. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Короче, у нас появились планы. Мы едем за Русланом. Рубай косяк, на ногах стоять. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Руслан, вон он там сшитый, видишь, связанный. Да. И сюда тащи. А Ян скажет, а хуй ты мне привез, а нахуй мне, блядь. Ян скажет, давай. Не, я реально их боюсь, нахуй. Они кусаются, да? Нет, нахуй, хватаешь за горло. За хозяйку или хозяин увидит. Блядь, получишь нахуй соль. Он пошел писать. Йоу! Среди широких шотландских гор издалека увидел я твой взор. Мигом повергал врагов и сторожил, и помнят до сих пор. Мой кумир, когда был еще инцом, кто был примером нам, и чей примером шел саунд. Тебя не видно уже 20 лет, ты куда пропал, Маклауд? Ну как дела? Привет, старина, как давно тебя не видел. Ты где? Пропадаешь столько лет, и как у нас усы. Головы летят, включаем телевизор. Пиздец, пацаны вспоминают. Так давай выйдем. Выходи, я посижу, я посижу. А вот, блядь, орел. Меняй, Руслан. Руслан, ну иди, давай, блядь, Руслан. Давай, 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 ну Руслан, блядь. Опа, Руслан. Последнее забрали. Пацаны, 69 рублей. Да в курсе, в курсе. Ящик стоит. Давай. Мне нужен третий, пожалуйста, третий человек. Антоха. Спасибо. Вот такая, короче, движуха. И уже очень поздно, короче. И мы просто, блядь, на сотке торчим. Сейчас малый подъедет, ну, Владик. И с Димоном Щеком. И может что-нибудь, какая-нибудь движуха намутится. Ну подписоте передай. Что можешь сказать? Антоха, передай привет подписоте моей. Подписоте привет. Заебись. Мигом повергал врагов и сторожил, и помню до сих пор. Мой кумир, когда был еще инцом, кто был примером нам, и чей примером шел саунд. Тебя не видно уже 20 лет, ты куда пропал, Маклауд? Ну как дела? Привет. Как давно тебя не видел, ты где? Пропадаешь столько лет, и как у нас успех? Головы летят, включаем телевизор. Пиздец, пацаны вспоминают о тебе. Говорят, ты подвязал.
себе взял. Сейчас там чуваки кофе и... Чувак, твоя инста будет по-любому в видосе. Ты мне чай купил. Спасибо. Ёпта. Чебурят сейчас проебу, блядь. Сейчас, короче, еще, блядь, Кеди за кофе, потому что он долб***ь разлил, блядь. Ты чё, сука? Я потерян в мыслях своих, каждым, ну хоть я дневник, ты сижу на диване и пишу этот стих, не вложись в его сучи, как долбанный псих. Пускал уже 24 года, понимай, не понимай, мне как-то похуй, рвал пополам хулиганы, ходил по головам, сидел в стендаме, изучал мах, руки снул я за стаканом. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. 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 We'll be right back.